Так, всем доброго времени. Сейчас мы будем такой делать ритуал распространенный у меня. Вызов на 666. Тут у меня баночки стоят, да, не обращайте внимания, они мне понадобятся для ритуалов. Сейчас мы будем делать такой вызов. Полнолуние, темный вызов. Много разговаривать не буду, потому что, да, кончается зарядка. На колоду карт, да, будем делать сейчас вызов. Этот вызов для тех, которые не общаются, да, или же, ну, как бы перестали общаться, да, то есть мужчина появится и придет. То есть заскучает, появится, придет. Но напоминаю, что это такой вызов, да, он своего рода темный. Тут я буду призывать бесов определенно, да. Поэтому здесь мы работаем только с откупами. Сейчас у нас полнолуние, вызов сработает очень хорошо. То есть делаем на любого мужчину, там, на женатого, там, или у кого дети, ну, неважно. То есть, в принципе, да, здесь не важна тематика мужчины, вот. То есть, ну, какой он там, свободный, несвободный, то есть, ну, это без разницы. Сейчас я буду начитывать, да, минуточку. То есть, вы понимаете, да, что то, что сейчас я буду читать, это будет темным ритуалом, поэтому здесь мы бесам, ну, как бы ставим откупы. Мы не работаем без откупов, да. Вот у нас водка, да, для бесов, чтобы они помогли нам в этом деле, вызвали человека, который нам нужен. Он явится и придет. Сейчас вам нужно только... Ой, уже торопится, уже упала у нас. Сейчас нам нужно только вспоминать мужчину. Все остальное буду я читать сама. Вот, это своего рода вызов. Я его уже делала, ну, как бы, не один раз. Он работал. И поехали. Я буду читать на того человека, на которого попросили, да, вы как бы... Так, я прям камеру близко, но ничего.
Смотрите, кто досмотрел до конца, да, сейчас. Ритуал очень темный, сильный. Это вызов. Тут у нас бесом водочка, да. Обязательно она нужна. Все. Так, смотрите, что будет после этого вызова. Я сейчас иду оставлять откупы, да. Обязательная часть. После данного ритуала мужчина, на которого вы смотрели, да, появится к вам обязательно. То есть мужчина явится. После этого вызова не может быть такого, чтобы мужчина не вернулся. Это реальный вызов, темный вызов. Через бесов, через карты мы призывали мужчину. То есть после этого вызова мужчина начнет думать о вас, скучать. То есть он захочет вас видеть. Он постоянно будет о вас думать. То есть у мужчины будут постоянные мысли о вас. То есть мужчина будет хотеть вас в сексуальном плане, да, будет хотеть вас просто хотеть видеть. То есть не обязательно, что в сексуальном. Тут затрагиваются все планы. То есть мужчина захочет как-то, да, вот более с вами разговаривать, поговорить, то есть увидеть вас. То есть, да, и несмотря, неважно, то есть сейчас он находится, допустим, в браке или же не в браке, это не важно. Даже если у него есть женщина, да, образно, все равно как бы мужчина придет и явится к вам. Это не приворот, но это сильный заговор, вот, который призовет мужчину к вам. Смотрите, то есть это темный вызов. Вот еще раз, да, я говорю, что... Что я хочу сказать? Во-первых, это темный ритуал, и за него надо обязательно оставлять откупы. Дело в том, что есть люди, которые просто смотрят, да, заговоры, и не обязательно, вот как многие говорят, мы пойдем оставим откупы сами. Я говорю, идите, то есть не обязательно всем кидать на мою карту. Но если вы не можете оставлять, конечно, лучше оставлять через практику. Потому что многие люди, они оставляют неправильно откупы. Оставлять откупы надо еще и уметь это делать, да? Вот, поэтому пойти там птичек покормить, как многие там, да, мне это говорили. Ну, вы знаете, нет, не прокатит никак, не прокатит и, ну, не прокатит. Причем здесь покормить птичек или еще как-то, да? Это темная магия, я призывала бесов. То есть тот, кто посмотрел сейчас и, ну, мужчину как бы призывал, да, то здесь он явится. Но не забываем про откупы. То есть если вы, допустим, да, как бы можете, знаете, как оставлять откупы, да, не по дереву или там не на скамейке, как многие незнающие женщины, то лучше вообще этого не делать, лучше оставить через практику. Вот, я указываю номер карты, куда вы можете его оставить. Кто может, кто знает, ну, идите, оставляйте. То есть после этого ритуала, возможно, мужчина еще вам и приснится. Такое возможно вполне. Может, приснитесь и вы ему. Но вот ритуал срабатывает очень так хорошо. Бесы принимают вызов, вот, и вызывают этого мужчину. Вот. Но мы должны понимать, что все, что я вам сейчас, да, как бы говорю и рассказываю, это имеет место быть. И зарядка у меня уже садится, надо зарядить. Поэтому без откупов такие ритуалы не делаются. А далее, после этого сейчас, когда мы закончим, я буду делать порчу на одного человека. Вы тоже можете смотреть, представлять врага, его расшибет. Только мы работаем все с откупами. Все, я всем желаю добра. Не болейте, ждите своего мужчину. Всего хорошего.